Первый специальный поезд, выделенный венгерскими властями для доставки беженцев к границе с Австрией, туда не доехал. Он был остановлен уже в 40 километрах к западу от Будапешта на станции Бичке. Там находится один из лагерей для приема и размещения мигрантов, где те проживают, пока власти рассматривают их прошение о предоставлении убежища. Полиция силой высаживала мигрантов из поезда. Они сопротивлялись, так как не хотели, чтобы их отправляли в лагерь. Произошли столкновения. Часть пассажиров поезда была доставлена на автобусах в лагерь, другие вернулись в вагоны, несмотря на то, что дальнейший маршрут состава никто не объявлял. Нелегалы надеются, что им удастся пробраться как можно ближе к пограничному городу Шопрану, чтобы оттуда попасть в Австрию, а затем в Германию, куда стремится большинство мигрантов. После обеда через Бичке без остановки проследовал второй поезд, в специальном вагоне которого находились около 100 мигрантов. О его пункте назначения власти не объявляли.